Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. У Дніпрі збирають продуктові набори для мешканців прифронтових міст та мешканців, власне, нашої області. І, зокрема, також благодійний фонд «Перемога України» організовує безкоштовні обіди для переселенців. Власне, про результати цієї акції і взагалом про діяльність сьогодні говоримо з Ольгою Карачовою, керівницею проєктів організації «Благодійний фонд «Перемога» та Євгеном Якутіним, керуючим пабу «Тернюги» та, власне, також волонтером. Я вас вітаю. Вітаю. Пані Ольга, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, почнемо з акції «Гостинний обід», вона так називається, вже приблизно місяць вона тривала. Да. Розкажіть про результати і чому, власне, вирішили поки тимчасово зупинити цю акцію? Проект «Гостинный обед», он, правда, начался 2 мая и проработал практически месяц, завтра последний день. Когда мы не говорим о том, что мы его закрываем, мы говорим скорее о том, что мы его приостанавливаем и ждем более подходящего времени для его возобновления. Объясню, почему. Проект «Гостинный обед» был нацелен на социализацию людей, на помощь переселенцам даже с какой-то степени психологической, чтобы они не засиживались в шелтерах, а могли выйти в ресторан, получить ресторанное обслуживание, ресторанную подачу и так далее, почувствовать себя немножко как в прошлой жизни. Но, к сожалению, мы столкнулись с тем, что не закрыта у людей базовая потребность в питании, в ежедневном. То есть люди действительно в поиске просто горячих обедов каждодневных, не в поисках хорошего проведения времени в ресторанах, к сожалению. И нами было принято решение приостановить проект и аккумулировать те силы, которые мы вкладывали в этот проект, на то, чтобы покрыть больше переселенцев, нуждающихся в ежедневном горячем обеде. Чи є цифри, як багато людей скористалося акцією? Да, есть цифра. Мы подбили вот на сегодняшнее утро. Это 6559 порций по проекту «Гостинный обед» было нами организовано для переселенцев. Ну, это справді багато. Це величезна кількість. За месяц, да, у нас, конечно, стояли достаточно большие очереди на точки выдачи талонов. Мы старались по максимуму выдать людям, и рестораны, в свою очередь, по максимуму старались принимать, насколько тоже было возможно. Были трудности с посадкой в ресторанах, мы не будем этого скрывать, и рестораторам Евгений не даст соврать, было сложно, но мы получили вот такую цифру, чем мы на самом деле очень довольны. Пане Євгене, власне, ваш відгук як ресторатора щодо гостинного обіду? Да, началось это все, как сказала Ольга, 2 мая. Ну, в нашем пабе непосредственно, это, наверное, спустя пару дней люди начали появляться, наши гости, и приходить на обеды. В общем-то, все достаточно хорошо получалось. Эта идея была, да, социализации людей, которые в гостях в Днепре, чтобы они себя почувствовали действительно как в прошлой жизни, могли прийти в заведение, спокойно находиться в нем, не бояться, и не переживать, потому что мы предположили, что многие сидят, просто даже сняв квартиру, сидят в квартире и никуда не выходят, потому что это незнакомый и чужой город. И мы хотели их познакомить с городом, познакомить с теми прекрасными заведениями, которые участвуют в самом фонде «Перемога». Вот. И таким способом сделать людям приятное, сделать маленький праздник и дать возможность, перемещаясь по разных локациях, попробовать всю нашу еду, которую мы готовили в обычное время в этих заведениях. Немножко, да, потребность людей тоже действительно оказалась, что люди хотят просто регулярно, ежедневно питаться. Оказалось, что город, возможно, не справляется с этим объемом переселенцев, и люди не хотели просто так приходить и один раз в неделю есть. Они хотели стабильное, понятное питание ежедневно. Многие еще и не устраиваются на работу и просто ждут с надеждой переждать этот весь период, с надеждой, что война закончится вот быстро. Ну, щодо того, щодо тих відвідувачів, так, вимушених переселенців, які приходили в ваш заклад, ну, що ви бачили там? Чи були ті ж самі посмішки, спілкування, ну, метою, як була така? Да, звісно, і улыбки були, і благодарності, і багато відзывів, і положительних, і писали в Instagram перемоги, і багато благодарили, но
Все равно вы решили приостановить и больше углубиться в продуктовые пакеты, сконцентрировать свои силы на организации как раз продуктового пакета, продуктового набора, который дает больше закрытия потребностей человека. Пане Івгене, чи лишилися, власне, перемога Україна щодня? Спочатку війни готувала порції їжі для переселенців-захисників. Розкажіть, будь ласка, про це. Да, ми все так же готуємо 4-5 тисяч порцій ежедневно. Это 15-16 ресторанов, которые входят в перемогу. И это все так же ничего не останавливалось. Ежедневно продолжаем кормить. И непосредственно перемога приготовила более 370 тысяч обедов уже за этот период, пока мы существуем и работаем. Ольга, будь ласка, розкажіть про продуктові набори. Детальніше, це такий масштабний величезний проєкт. Я бачила в інстаграмі перемоги ціле таке там підприємство, цілий такий конвейер. Ну, масштаби вражають. Да, це ще одна ветвь нашої діяльності – продуктовий набор. Здесь главним партнером у нас виступає американський фонд World Central Kitchen. Благодаря им мы смогли построить производство, которое вы видели. Это действительно производство, конвейерная линия, множество сотрудников. Многие из них — это переселенцы, мы стараемся привлекать к работе переселенцев. Благодаря фонду WCK мы смогли это сделать, организовать. Каждый день этот конвейер собирает 5000 продуктовых пакетов, и на самом деле наши объемы растут, мы будем готовы закрывать еще больше потребностей. Целевое назначение этих пакетов – это, конечно же, по возможности прифронтовые территории, потому что там, правда, есть проблемы с продуктами, с их доставкой, логистикой. Но, к сожалению, мы тоже сталкиваемся с проблемой доставки туда, потому что не все готовы просто отвозить туда эти пакеты. Это опасно нам, правда, иногда сложно найти водителей. У нас есть категория людей, которые туда возят. Это отдельные волонтеры, и мы их в своем организационном кругу называем герои, и это и вправду герои, вот так мы понимаем, о ком мы говорим. Это действительно герои, потому что, выполняя такую доставку, они рискуют, но количество благодарностей и слез благодарности, которые мы оттуда получаем, фото, видео, сообщения, это не передать словами, там люди безумно в этом нуждаются. Плюс, конечно же, мы покрываем по большей степени в Днепропетровской области села, где много переселенцев, маленькие города, Марганец, Никополь, Верхнеднепровск, большой перечень городов, куда мы возим. Туда мы отправляем прям большие фуры, это 1000-1200 пакетов, мы делаем там такую точку раздачи, и люди приходят по справке переселенца, они могут получить пакет. Пакет, правда, очень классный, он весит 15 килограмм, многие бабушки с трудом его несут домой, но несут, потому что там хорошие продукты, это рассчитан набор на неделю на семью от 3 до 5 человек. Там есть и овощи, и фрукты, и крупы, и масло, и чай, и кофе, и сладкое, и так далее. Хороший продуктовый набор. Скажіть, будь ласка, здається, я бачу на інстаграмі, що навіть за межі нашої області, так? Здається, в Одесу ви відправляли вантаж. Да, мы помогаем еще другим большим городам, у которых сейчас нет возможности наладить такое производство, как мы сделали, потому что обстрелы и так далее, это сложно. Поэтому мы, да, помогаем в Одессе, они распределяют уже по своим нуждам, у каждого есть свое понимание, кому это идет дальше. Мы отправляем Кривой Рог, это наша область, мы, конечно, их закрываем. Мы помогаем ребятам с Николаева, с Запорожья, мы можем некоторыми продуктами им помогать, отправлять отдельно, потому что Днепр сейчас такой форпост, куда все съезжается, и сюда, слава богу, все спокойно доезжает, мы можем получать наши продукты в нужном объеме и отправлять их далее, у кого нет на это возможности. Пані Ольга, ну 1200 продуктових наборів на день – це надзвичайно багато. Без підтримки багатьох партнерів цього б не було. Нет, на самом деле в этом деле у нас один партнер, который нас глобально поддержит, это фонд World Central Kitchen. Они достаточно известная мировая организация, существует уже 15 лет, поэтому мы очень рады, что они у нас есть и что у них нет проблем с поддержкой нас, и они очень
за этот продуктовый пакет. Они это делают очень давно. Если зайти в их Инстаграм, можно видеть, они до сих пор уже не, на протяжении, наверное, лет 5-10 делают такие продуктовые наборы в Африке, там, где это необходимо. И, соответственно, сюда они тоже привезли эту миссию и, собственно, поставили перед нами такую задачу, что они это практикуют в других странах, и мы тоже можем это делать, что мы и сделали, в принципе. Довольно успешно. Чи шукаєте ви ще наразі партнерів? Можливо, партнерів по тому самому паливу, по логістиці, по продуктам? Ми відкриті к любому партнерству. Мы всегда очень благодарны за все донаты, которые мы получаем. С точки зрения глобального партнерства мы были бы очень рады с кем-то сотрудничать. Именно для этого мы организовались как официальный благодейный фонд, да, зарегистрировались. Сейчас в процессе открытия счета, который может распространяться по всему миру, да, тот счет, на который можно перечислять с любой точки мира, не просто как бы реквизиты карты. Очень открытые. Сейчас, да, действительно есть проблема с логистикой, с топливом, но мы надеемся, это вскоре наладится. И хотим побольше партнеров среди поставщиков продуктов. Тоже для нас это очень важно. Это какие продукты? Это там яйца, так, да, мясо? Да, это яйца, молочная продукция, ну, некоторые там молоко. Это крупы, самое такое, то, что нужно. Это тушенка, консервированные овощи, возможно, какие-то. Ну, теперь еще, возможно, и соль. Да, вот соль – это прям партнер номер один, которого мы сейчас ищем, это очень нужно. Друзья, но... щодо, пане Євгене, щодо приготування порції щодня для захисників та переселенців, чи є наразі от сіль, чи вдається її знайти? Нам, пока у нас наш партнер обеспечивает тот минимальный объем, который нам потребуется, мы заранее это все обговорили до проблем с поставками, и у нас есть ежемесячно 300 кг соли, которые используют рестораны, у нас есть стабильные поставки, и партнер не подводит и стабильно все доставляет, и без каких-либо проблем, без повышения даже цены, если не ошибаюсь. До речі, пане Іване, щодо приготування порції, чи потрібні ще волонтери, які можуть допомогти от саме руками прийти на волонтерські засоби? Да, ми готові розглядати волонтерів, в першу чергу також стараємося допомагати і привлекати временно переміщених людей, які в Дніпрі знаходяться. І на фасовку їжі ми можемо додати кілька чоловік. Потому что за три месяца те волонтеры, которые у нас все три месяца находятся, то морально тоже устают и потихонечку начинают работать. Это те, которые были ребята из Днепра, они потихоньку начинают работать на своей основной работе. И, соответственно, появляется возможность добавить нескольких человек. Поэтому, я думаю, можно написать в Инстаграм «Перемоги», и девочки ответят и скажут тогда, куда обратиться, или лично ко мне направят. З чим ще, власне, виникають проблеми або які ще є гарячі запити? Ну, скажем так, какие-то мелкие проблемы возникают, наверное, каждый день. Для этого мы и работаем много и усердно. Нельзя сказать, что у нас есть какая-то глобальная проблема. Мы, благо, за весь период войны уже настроили все процессы фактически до автоматизма, и поэтому у нас есть возможность запускать новые проекты. Потому что изначально мы начинали с приготовления просто горячего обеда, и для нас это казалось чем-то нереальным, но, как мы видим, все получилось, и поэтому готовы развиваться дальше. Поэтому я, простите, потеряла вторую нить нашого розмови. Потреби потрібні наразі, можливо. Ну, ми зрозуміли, що волонтери потрібні, бензин потрібен, в принципі, постійні партнери. А от ще хотіла, щоб вас запитати. Така масштабна організація, наразі ви зростаєте з кожним днем. І я бачу в Інстаграмі багато іноземної преси приїжджає. Бере интервью, розповідає. Про це хочеться запитати детальніше. Да, приезжает иностранная пресса. Вот у нас на прошлой неделе были журналисты из Бельгии. Они приезжали посмотреть на производство продуктовых пакетов. Также несколько недель назад были журналисты из Мексики. Это были Reuters, тоже по своей собственной инициативе. Это поважні світові такі видання. Да, 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 очень много. И общаясь с ними, я понимаю, что им очень интересно. То есть, когда я спрашиваю, когда вы возвращаетесь домой, они говорят, не знаю, мы вообще не хотим домой. Здесь очень много материала, и мы хотим донести это миру о том, что Украина реально борется очень сильно, очень стойко, очень вытрывало, выносливо.
Поэтому иностранная пресса приезжает, и меньше их не становится, и интерес не угасает на мировом поле информационном. А что до украинской прессы, та локальной, местной, региональной? Тоже достаточно часто, наверное, вот Женя не даст соврать, практически каждые две недели к нам приходят в штаб журналисты и снимают сюжеты, да. Щодо найближчих планів, питання, скоріше, про продуктові набори, на які, в які міста збираєтеся вести, як багато? Ми відгружаємо кожну неділю порядка 10 тисяч, ця цифра періодично міняється, від 7 до 10 тисяч продуктових пакетів. У нас составляється план, графік на неділю. Ми лично, кожен член команди, щонедільно в один город виїжджає і контролює все, що там відбувається, розказує. Потому что многие люди не понимают, откуда эта помощь, она государственная или она не государственная. И, конечно, да, наша задача донести, немножко распространить информацию о нас, о нашем фонде-партнере, чтобы люди понимали, откуда приезжает эта помощь. Очень часто слышим позитивные отзывы, что этот продуктовый пакет, такого продуктового пакета еще не было, никто не видел, хотя там действительно люди уже периодически привозят, не только мы. Но говорят, такой пакет, как наш, еще не видели. Пока что на локацию, на день выезда, вистачає 1200 там. Да. Чи бывают навіть випадки, коли більше людей приходит? Мы всегда берем с запасом, даже если приходит больше людей, у нас всегда есть на 50, на 100 пакетов больше. На случай того, да, мы стараемся никого не оставить без пакета, потому что мы понимаем, люди приходят, стоят действительно большую очередь. И им важно его получить, поэтому мы стараемся это делать очень быстро, оперативно. Мы очень благодарны волонтерам на местах, потому что перед тем, как приехать, мы договариваемся с ними, и когда мы приезжаем, в принципе, основной процесс уже организован, есть люди, которые нам помогают, потому что, опять-таки, пакет тяжелый, в пакет нужно доложить яйца и молоко отдельно, мы не кладем это в него сразу по причине перевозки, да, это может повредиться. Это действительно такой процесс. Кожен нюанс враховывает. Да, конечно. Це круто. Пане Іван, можливо, щось хочете наостанок додати? Ну, по продуктовым пакетам помогают, если не ошибаюсь, девочки договариваются заранее с местной властью каждый раз. Конкретно города заранее не раскрываются, потому что, опять же, это дополнительные риски. Так, да, давай. Поэтому все организовывается на уровне местной власти, с волонтерами, с выездом, с организованной красивой очередью, палаткой, и это все организовывается максимально качественно, так, чтобы и люди не толпились, и не создавалась безумная давка, то есть это хорошая организованная очередь, и все хорошо, уже налаженный процесс, и даже в основной работе, как таковые, если потребности какие-то возникают, то вся работа настолько идеально организована, что есть просто текущие какие-то вопросы, но они просто каждый день появляются, решаются. А основные глобальные, сложно сказать, что есть какие-то проблемы, потому что они все равно просто регулярно решаются и продолжают дальше все работать. Класс. Я дуже дякую, що завітали до нас, і дякуємо за вашу таку рутинну роботу, яка наближає нас всіх до перемоги. Власне, ваш фонд так і називається. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Ольга Карачова, керівниця проєктів організації «Благодійний фонд «Перемога», та Євген Якутін, керуючий ПАБ «Три ноги» та також волонтер. Говорили про те, що в Дніпрі так фонд цей наразі збирає там за день по 1200 продуктових наборів, їх розвозять прифронтовим містам, по нашій області, навіть там міста Одеси, всюди, де це потрібно. З вами була Анна Грабанчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.